воскресенье в Самарской области облачно. Местами пройдет небольшой снег, -3, -5 градусов днем, ночью 6-8 ниже 0. Южный ветер 1-3 метра в секунду. В Сызрани облачно, пройдет небольшой снег, днем -4, ночью -8 градусов, южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, но проглянет солнце, снежок, днем -4 градуса, ночью -5, южный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно, с прояснениями, днем -6 градусов, ночью 7 ниже 0, южный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 78%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.